Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли правительственный законопроект о повышении ставки налога на дополнительную стоимость с 18 до 20%. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года. Повышение ставки НДС на 2% прогнозируется разными экспертами повышение инфляции от 1 до 2%. Цены в любом случае, может быть, не на 2%, но в любом случае они поднимутся. Причем это коснется как обычных товаров, работ, услуг, так и каких-то более таких вещей, которые включаются косвенно в цены товара. Увеличатся в том числе и транспортные расходы. Из-за этого цены на различную продукцию также вырастут. Социально значимые товары и услуги сохранят льготные ставки НДС. Изменения не затронут продовольственные, медицинские и детские товары. Планируемое повышение налога на добавленную стоимость в России до 20% может привести к снижению ВВП, потребления, инвестиций, а также может негативно повлиять на динамику импорта и экспорта. Бюджет, по-моему, по прогнозным показателям, там до 620 миллиардов рублей планируется дополнительных доходов только за счет повышения ставки НДС с 18 до 20. Естественно, для бюджета эта сумма очень существенная. И здесь, конечно, правительство идет на этот шаг. Тут понятно вот это вот желание получить дополнительные доходы. Ожидается, что эти средства направят на развитие социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру. Законопроект пройдет еще несколько слушаний. Ожидается, что в него могут быть внесены поправки. Артем Тупичкин, Универньюз.